Маленький Лука – большой исследователь. Он с интересом смотрит на окружающий мир, не оставляя без внимания ничего происходящего вокруг него. Малыш спокойный, жизнерадостный. Он любит играть с другими детьми, передвигается, держась за опору. Луке 9 месяцев. Мальчик хороший, общительный, спокойный, активный. Играет игрушками, использует их по назначению. Вот. Играет ладушки, говорит слово «да-да», «мама». Малыш любит, когда ему уделяют внимание и с удовольствием дарит свою лучезарную улыбку всем окружающим. Как говорят сами воспитатели, когда Лука улыбается, перед ним просто нельзя устоять. Малыш ласковый и нежный, и он очень нуждается в поддержке и заботе со стороны взрослых. Мы надеемся, что найдутся люди, которые заберут маленького Луку в теплый, наполненный любовью дом. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу: город Уссурийск, улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32 35 36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке Тихоокеанской мостостроительной компании. Наше призвание – строить мосты. Мы помогаем детям обрести семью. Город Уссурийск, улица Попова, 32А. Телефоны 26 41 12 35 39 00.